Пау-пау-пау! Всем привет! С вами Блокнот. В преддверии 8 марта мы хотели бы спросить у наших горожан, не хотели бы они поменяться ролями со своими вторыми половинками? Я бы знакомился со всеми парнями, гулял, отдыхал бы, и у меня бы было много денег. Очень много, я вам завидую, девочки, вы можете зарабатывать, не работая. Быть женщиной — это хорошо, но быть мужчиной мне больше нравится. Я себя бы хорошо вел, наверное. Попробовала себя в роли мужчины и пригласила бы девушку на свидание. Я бы глянула на своего парня в женском теле. Я бы почаще своей жене что-нибудь хорошее, наверное, говорила. Я бы, не знаю, там, цветы бы дарила всем, что-то бы делала бы приятное. Да, на один день, наверное, можно. Не можно, нужно, наверное. А что бы вы тогда сделали? Что бы я сделал, если я был женщиной, да? Всякие мысли грязные в голову лезут.